За ваши лайки, за то, что вы у меня такие молодцы, хочу порадовать вас вот таким крутым видом на море. Квартира с таким видом доступна к покупке. Вживую море видно намного ярче и отчетливее. Потрясающая панорама на 180 градусов на море. Надеюсь, вы это заценили. Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня это видео про хорошую квартиру, про классную квартиру, про продуманную классную планировку, про отличную отделку, про удобную, хорошую локацию. Это видео точно заслужило вашего лайка. Поделитесь этим видео с друзьями и обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. Даже если вы не рассматриваете покупку такой квартиры, обязательно досмотрите это видео до конца. Эта квартира вас порадует. Ну что, смотрим? Вот заходишь в квартиру и сразу понимаешь, вау, здорово, продумано, красиво. Это наша прихожая. Вот она, наша входная дверь. Две квартиры на этаже. Обратите внимание на высочайшие потолки. Для Мерсина это супер высота. Здесь у нас вот такая вот прихожечка с зеркалом, со шкафчиками. Встроенные шкафы, все до потолка, очень гармонично, очень стильно. Здесь у нас шкафчики для хранения, для обуви, стильно разделено пространство зала и прихожей. Посмотрите, какой у нас большой, красивый зал. Полноценная отдельная большая комната. Все квартиры будут видовые. Это шоу-рум. Я нахожусь на втором этаже. С высокого этажа будет обалденный вид на море. Мы еще поднимемся, посмотрим. Но я хочу вам показать, как выполнены квартиры. Кто следит за современными тенденциями моды в отделке, то обращаю ваше внимание, здесь вот все детали воплощены. У нас есть выход здесь на террасу. С террасы также можно попасть и на террасу с кухни. Большая, просторная, правильной формы. Стеклянная, чтобы было много солнца. Есть квартиры, которые будут выше этого дома с панорамным видом на море. Квартиры на три стороны. На южную, на северную, на западную, на восточную. Вот уже делается пейзажик. Мы еще с вами погуляем, посмотрим. Тоже здесь не скупились на отделку, на продуманность, на качество. Работы завершаются. Скоро можно будет здесь уже жить. Пойдемте посмотрим на кухню. Да, обращаю ваше внимание. Смотрите, как здорово выполнены двери. Увеличены за счет вот таких вот фальшей. Высокие потолки кажутся еще более высокими. Отличное исполнение. Кухня. Кухня просто песня. Мечта хозяйки. Тоже до потолка у нас встроена. Современная. Много мест для хранения. Здесь у нас место под холодильник. Здесь у нас духовочка. Каменная столешница. Хорошие смесители. Классный фартук, все красиво, стильно. Зона столовой тоже мне понравилась. Разделение пространства по плитке.
Отличная плитка. Отлично выполнена. Делаю ремонт в квартире, спрошу у застройщика, где он такую плитку брал. Смотрится очень красиво. Очень свежо и очень современно. Здесь у нас французский балкон. Порадуют вас и другие комнаты. Дам вам еще чуть-чуть полюбоваться. Люблю показывать такие квартиры. Увы, не все квартиры бывают такими красивыми. Ну что, идем дальше. Можно вообразить, как здесь удобно, функционально, нарядно. Двери купе. Все это закрываются. Посмотрим санузел. Санузел тоже очень нарядный, крутой. Имитация камня в плиточке. Большое зеркало. Хорошего размера. Здесь все хорошего, большого размера. Здесь у нас предусмотрены шкафчики для хранения всякой химии, полотенец. Место под стиральную машину, подвесной унитаз с функцией биде. Это у нас, это не фальшь, это тоже функционально. Все функционально. Очень красивый цвет, серый, глубокий. Здесь у нас и хорошие смесители, душевая кабина, широкий трап. И вот здесь вот место для всяких шампунек, свечечек и так далее. Хорошо выполнены потолки и вентиляции, и освещение, и высокие двери даже в санузлах. И до самого потолка их дотянули. Здесь у нас обои. Выглядит очень красиво. Каждый цвет подобран. Спальня детская. Сделан декор стены. Сложные потолки. Хорошие профили. Двойные стеклопакеты. Вторая детская комната, тоже сделан декор стены. Здесь у нас есть выход на балкон, место под выводы блоков кондиционерных с видом на горы. Очень стильный, красивый дом, как внутри, так и снаружи. Родительская спальня, думаю, порадует вас еще больше наличием всяких дизайнерских элементов. Здесь у нас вот такая красивая стена в базовой комплектации. Французский балкон. И очень здорово выполнена гардеробная комната. Так, датчики движения у нас. Выход на пожарную лестницу. Обыграли отличный гардеробный. Большим количеством мест для хранения. Нарядными шкафами. И полноценный санузел с унитазом, с душем, раковиной и зеркалом. Сразу понимаешь, что ты вот в новой квартире, в новой современной, современные материалы, современные решения, хорошее качество. Надеюсь, я вам смогла передать не только видео, но и своими эмоциями. Меня действительно эмоции переполняют. Такие квартиры наполняет меня силой и энергией, потому что люди должны жить в красоте, люди должны жить у моря, люди должны жить комфортно. И хочется с вами поделиться этой красотой. Надеюсь, вам также было
приятно посмотреть эту квартиру. Порадуйте и вы алгоритмы Ютуба вашими лайками, комментариями и репостами. Имеется крытая подземная парковка. Посмотрите, какая большая. Сдача комплекса через месяц, а здесь у нас уже сделан, оформлен пейзаж. Поспел урожай цитрусовых, расцветают розы. Все ждет новых собственников. Детская площадка с безопасным покрытием. Плавательный бассейн. Здесь у нас душ до или после бассейна. Тренажеры на улице. Второй выход с территории комплекса. Зоны барбекю, беседочки. Все очень функционально, удобно. И кошка уже ждет, когда вы приедете и пожарите шашлычки. Не держите эмоции в себе, обязательно поделитесь со мной, со всеми своим впечатлением о такой квартире. Ставьте лайки непременно. Если у вас есть вопросы, я всегда детали пишу в инфобоксе под видео, но если остались вопросы, я или мои помощники с большим удовольствием ответим на все ваши вопросы по телефону WhatsApp. Пишите нам сообщение, мы ответим. Актуальные предложения есть у нас на сайте. Заходите, смотрите, приезжайте в Мерсин. Мы будем рады видеть вас в Мерсине и покажем интересные предложения по вашему запросу. Люблю и жду в Мерсине. Увидимся. Пока-пока.